Всем привет, меня зовут Ангелина Тими, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня годовщина. Говорю очень тихо, потому что много людей, хотя тогда меня это останавливало. И мы, как видите, уже не дома. Сейчас будем заказывать кофе. Тут просто очень вкусная кофейня. И идем в спа. О май гад, что за просто вайб. Мы уже начали отмечать, конечно же, ночью. Вставляю вот сюда вам вчерашний муд в 12:00. А мы уже начинаем отмечать. Ну, понятно, да, любители роллов. У меня здесь кола, кстати, черноголовка. У идеалов шампанское. Короче, 12:00. Работаем, девочки. Я просто в шоке. Мы поехали, сами забрали роллы. Взяли каршеринг. Ну, можно было, конечно, бюджетнее заказать доставку, но мы не ищем легких путей. И начали отмечать, все как малюем, все красивенько. И сегодня в 12:30 на спа, мы уже вот на месте, просто будем сейчас пить кофе. Мы не завтракали, потому что мы вчера съели просто 158 килограммов роллов, но это basic история. А, пьем кофе и идем. Не знаю, получится там что-то снять или нет, но надеюсь, нам будет прикольно 3 часа, 3 часа кайфа. И вечером у нас забронирован рестик. Короче, девочки, на кайфах. Тратимся по максималке. Что хочу сказать? Ну, я год как жена. Что тут скажешь? Просто вау. Просто супер. Каждый день как праздник. Нет, ну реально, на самом деле все супер. Я уже выложила пост в запрещенной соцсети. Кстати, тут на Ютубе тоже. В Рутубе. Везде буду все. Я подготовила рилс, подготовила пост, подготовила фотографию, выбрала. Зашла к нашему фотографу и выбрала там фотку. Короче, просто уровень подготовки Ангелина Тими. Все, что нужно делать идеалу, это просто репостнуть тебе в сторис, что он и делает. Окей, ладно. У меня волосы, конечно, не очень. Но ладно. Я просто понимаю, что мы сейчас будем, да, в водичке и как бы окей. Я очень счастлива. А, кстати, забыла вам сказать, мы так получилось, ну и не так получилось, у нас еще получился парный лук, потому что я в черной футболке, в синих джинсах и в таких кроссах, и идеал то же самое. Короче, просто, и часики у нас, ну, короче, мы вайбовые. А, еще у меня новый ремешок, видите, я взяла с собой резинку, на всякий случай, но у меня новый ремешок, на ВБ купила. Обычный, классный, супер, но мне нравится, как будто новые часы. Все, пьем кофе и идем, потому что уже вот-вот. Мы уже пришли, пьем кофе. Ну как вам такой вайб? Тоже приносится ресторан, хотя пару слов. Он счастливый. Он в браке год, и он счастливый. Девочки, ну как? Идеал переоделся за 1 минуту, и я 50 минут. 150 женщин, это раздевал. Пока то, сними купальник, сними белье, переоденься. А ты снял кольцо? Да. Я тоже сняла все, и сережки, и кольцо. Вот такая атмосфера. Все нам дали, сидим и ждем, я делаю этот купальник. Пойдет. Мы уже на месте. Нам провели инструктаж. Кстати, знаете, почему я не очень всегда люблю все эти штучки? Потому что очень многие продают дополнительные штучки и пытаются их впихнуть вам. Ну, это понятно все, да? Просто я не люблю. Но тут было все очень быстро. Быстро покажу вам, чтобы не смущать других. Прикольно, классно. Сейчас будем пробовать. Я уже собрала волосы, приняла душ. Кайфуем, девочки. Да, кайфует. Тут теплая вода, а тут как бассейн. И мы хотим в джакузи пойти. Так тепло, так хорошо. Камеру на меня, давай, на меня. На меня. Ой, вот я сюда больше всего хочу. Идеал. Классно? Слышь, идеал? Идеал, а сейчас пукаешь?
пукаешь? Обычно пуканье идеала. Все, я не могу, я хочу туда. А глубоко? Идеал. Глубоко? Пипец. Чтобы вы понимали, так отдыхали, что я устала. Тут такая спокойная музыка. Так хорошо. А где хочешь? Мы зашли в очень красивое заведение. Внутри почему-то мало людей. И мы идем на улицу. Посмотрите, как красиво выглядит. Я фоткаюсь в это время. Все, идем на улицу, потому что мне очень жарко. Вот видите, не так далеко от дома, но очень красиво. Просто топ. Мне очень нравится. И вот такая вот сторона. Красота. Короче, мы решили каждый год фоткаться на Инстакс. Ну как, мы и так фоткаемся, просто имеется в виду каждую фотку подписывать. Ну, получается как-то так. Я не знаю, кстати, почему. Ну, у человека здесь пиво, как моя голова, поэтому ему все равно, но я не знаю, почему так. Мне кажется, надо будет перефоткаться. Мы вышли на улицу. Ну, я бы не сказала, что супер-мега красиво, классно, но нормально. На видео даже лучше. Внутри очень красиво, два разных зала, поэтому... Щи, нет, точно нет. Нет. А из-за чего? Не знаю, попробуйте сейчас вот посмотреть, что там. Ладно, давайте. Пойдем тогда. Я повторю, можно повторять? Да. Просто посмотрите, у идеала рука и так большая, и просто что это? Ну, у меня тоже большая, ну как бы... За нас красивых. Господи, как хорошо. Неужели мы уселись? А, вы думаете, что такой хороший свет? Почему? Я взяла его с собой. Представляете, да, у меня есть мини-лампа. Супер-мега-классная вещь. И посмотрите на эту. С любого ракурса просто топ. А, что я хотела вам рассказать, кстати, про спа. Мы были в спа, я сама была и так далее. Немножечко есть чем сравнивать, но я вам говорила, что мне не нравится, когда навязывают услуги, навязывают доп. Какие-то штучки. Это очень частая практика. Конечно, это нормально, да, как бы вас немножечко заставляют это делать, но все же. Но, все было очень хорошо. Я считаю, за ту сумму, что мы оплатили, это просто идеально. Мне очень понравился джакузи. Там, знаете, в бассейне были определенные кнопочки, ты нажимаешь, и там тоже как джакузи, только напор очень сильный и очень классный. От этого просто офигенный массаж. Казалось, что ну просто минус 100 килограмм, минус новая кожа получается, потому что очень и очень и очень вау. Что мы еще делали? Была русская баня, но вы знаете, да, что русская баня такой хардкор. Хамам мне очень понравился, да, я говорила, делала, шутила, что мы как в этом великолепный век лехером. Именно поливаешься водичкой, и от этого вообще не все так плохо. Еще какая-то баня. Инфракрасная? Да. Инфракрасная, потом с каким-то ароматом прикольным. Короче, мне очень понравилось. Казалось, 3 часа, я думала, знаете, ну первый час мы будем активничать, потом сядем и будем сидеть. Но вообще нет, мы под конец буквально немножечко сели.
И то, потому что ты так странно, что, ну, я не знаю, как другие, я уставала, потому что ты сначала в бассейне плаваешь, встаешь, идешь куда-то, там начинает себя течь пот, ты такой весь, потом опять куда-то идешь. Единственное, куда мы не зашли, была бочка с просто горячей водой, она была просто сверхгорячая. Я, например, в душе или в ванной купаюсь реально с горячей водой, но даже для меня это был просто трэш, я даже бы просто руки-ноги туда не смогла бы засунуть, реально, я не понимаю, почему она стоит, зачем так сильно, ну да ладно. Что еще? Реально очень было классно, раздевалки, все-все-все, прикиньте, там даже 6 фенов было и одна плойка, я была просто в шоке. Ну, я, конечно, засняла, вы видели, но не прям-то уж так много, потому что мне хотелось, конечно, смущать других людей. Кстати, я вам цветочки не показала, еще обязательно покажу вам, который мне Идеал подарил. Что я дарила Идеалу? Я подарила Идеалу набор... Как это? Я не знаю, как это называется. Короче, типа как такая спортивная форма определенная, да? Тише, да, я снимаю. Определенная форма, состоящая там шорты, футболка, какая-то кофта. Короче, типа для зала, для бега, для... Понимаете, да, все это такой вот вайб. И он мне подарил шубу. Я ее очень хотела. У меня есть, но хочу еще. Это очень вау. Вот такие мы классные. Еще нужно сделать нормальные фотки с цветочками, потому что мы не сделали целый день, на самом деле, то туда, то сюда. Короче, ок. Чтобы вы понимали, перед тем, как мы пришли в данный ресторан, мы просто съели мака. Ну, я не знаю, адекватные люди столько не кушают. Мы кушаем 17-8 тысяч гамбургеров. Ну ладно, и шучу, на самом деле было много. И картошки фри тоже было много. Но было очень вкусно. Я заказала себе том-ям. Казалось бы, да? Во-первых, я не сильно хочу кушать. Во-вторых, я очень люблю том-ям, и мне интересно его пробовать. Я раньше цезарь везде пробовала. Да-да-да, это самая классика. Сейчас я пробую том-ям, потому что я его люблю. И это вау. Идеал заказал себе... Стейк. Утки? Он хотел стейк утки, но уже не стейк утки. Ну и, конечно же, пиво. И я коктейльчик заказала. Хочу вам сказать, что я надеюсь, когда-нибудь в ресторанах будут наливать безалкогольные коктейли в красивых стаканчиках. Потому что это, конечно, красиво. Но я, например, хочу пофоткаться. Смотрите. Ну, красиво, в принципе, да? Нормально. Но могло бы быть и лучше, как, знаете, как специально для алкоголя. Я не понимаю, почему так? Если пьешь алкоголь, то только тем можно. Кстати, я в таком вот браслетике. Это мне Идеал дарил на 24 года. Я его тоже напялила. Ну и сережки очень нежные. Посмотрите, со света на мое лицо. Ну просто и без света это просто трэш. Давайте быстро это. Ну ладно, все равно красивое. Ну так лучше. Короче, ладно, уже в таком стаканчике пью. Простите. Это мой любимый муж, которому уже год, который в роли мужа уже год. Блин, такие красивые. Я очень красивая, у меня бибишка. Идеал сказал, что он уже привык, что я снимаю. Тогда сама снимаю. Давай, поиграй на камеру глазками. У тебя просто голубенькие глазки, он ими, смотрите, и я. Все, покажу вам попозже, что мы там еще будем делать, а пока будем общаться, проводить время вместе, да? Всем. Так, честно, очень вкусно. Шпара, зелень. Рис. В рисе, кстати, не кинза. Лук. Просто вау. Дорогой кусок мяса. Мне интересно, кто это. Это говядина. Не моя история. Я уже заканчиваю том-ям. Это просто вкусно. Черные грибы, чтобы вы понимали, топ. Посмотрите на эту красоту. У нас уже другой день.
Я уже, конечно же, пофоткалась. И сейчас думаю подрезать эти кончики. Каждую придется. Но очень красиво. Красивой женщине красивые цветы. Что тут скажешь? Да ничего. Черная роза и красная. Ой, не могу. Просто вау. Просто топ. Просто вайбово. Наверное, на этом буду заканчивать, на этом прекрасном кадре буду заканчивать свой влог, посвященный нашей годовщине с идеалом. Что можно сказать? Хорошая жена. Какая хорошая? Идеальная. Красивая, статная, интересная, интеллектуальная. Конечно же, заслуживает всего самого лучшего. Поэтому дарите женщинам цветы. И женщины, дарите себе тоже цветы. И все, пожалуйста, дарите женщинам цветы. И все будет хорошо в этом мире. Нас с идеалом поздравляю с праздником еще раз. Я уже жду, когда будет 2 года, чтобы отмечать. Ну, как говорится, бонжур, мадамес, всем пока. Работаем, девочки.